Здорово всем. Subaru мой, Outback, 7-й год. Будем сбрасывать адаптацию коробки по-нормальному, чтобы она там оборотиками поиграла туда-сюда, воздух типа из бублика выгнала и всякое такое. Так что погнали, сейчас все расскажу. Итак, для того, чтобы сбросить адаптацию на Subaru Outback 2007, 2008 там, и прочих годов, у меня примерно 2,5 литра мотора объем нам понадобится. С вами Subaru Select Monitor. ИССМ. Бесплатный. Можно, конечно же, платный купить за бешеные бабло, но можно и бесплатно пользоваться. Мы запускаем его, нажимаем Transmission. Да, включаем зажигание, естественно. Зажигание включено, нажимаем сюда, нажимаем плюсик. И здесь тыкаем АТФ температур в Цельсиях. Вот, нажимаем старт. И мы с вами видим температуру 66 градусов. Надо 75-78. Для этого зажимаем тормоз, заводим машинку. Вот, и ждем, когда температура подрастет до рекомендованных хотя бы 75. Итак, видим с вами 76 градусов. В принципе, хорошая температура. Глушим машину. Останавливаем здесь все. Стоп. Закрываем. Закрываем. Дергаем ручник левой ногой. Зажимаем тормоз. Включаем зажигание. Запускаем трансмиссион. Нажимаем Clear Memory 2. Нажимаем ОК. Ждем. Off. Переводим в заднюю. Выключаем зажигание. Здесь теперь ждем, когда у нас будет continue написано будет. Здесь у нас зажигание выключено. Ждем, ждем, ждем. Педаль тормоза держим. Ручник у нас с вами зажат. Все выключено. Свет везде потушен. Все потушено. О, нажимаем continue. И включаем зажигание. Ставим паркинг. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Газ до упора плавненько, 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 плавненько. Опа, выжали. Отпускаем плавненько, отпускаем, 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 отпускаем. Отпустили. Заводим. Завели. Переводим в драйв. О, спорт. Сгорелся. Замигал. Опа. Вот это пинольчик был только что. Сейчас, сейчас, еще раз. О, вот это пинок. О, подняли оборот, подняли. О, все, адаптация закончена. Ну и ставим, короче, в нейтраль и глушим. Переводим в паркинг. Перекуп с этими своими аккумуляторами, катализаторами приезжал, короче, отдал ему там остатки раскрошившегося каталика. Там чуть-чуть, короче, 300 грамм. Короче, давай, давай, короче, 1500 езжай сюда. Вот, собственно говоря, по Subaru. Вот так вот мы скинули с вами адаптацию коробочки. Сейчас все будет очень плавно переключаться, все будет хорошо, никакой автонейтрали, ничего этого такого не будет. Я уже знаю просто по своему опыту. Поэтому вот скидываешь коробочку и 5 дней катаешься прям вот как бог. Она как новая, она едет офигенно. У тебя немножечко расход меньше становится. Она такая приятная. Ты прям едешь, блин, на машине еду, на настоящий. Какой S-класс? S-класс там нафиг нервно, короче, курит и дрочит ему с нашими субарями. Вот эта вот машина. Блин, едешь как вот, как бог, ё-моё, блин.
Прям все офигенно. Вот так вот окошечко открыл, ручку положил, и, короче, едешь, тащишься, ё-моё. Ну, собственно говоря, вот, сбросили адаптацию на коробочке. Не забывай выдернуть наш с вами FTDI-шный Wacom KKL, да, 409.1, вот, адаптер. Ну и все, собственно говоря, катаемся, наслаждаемся. У вас есть 5 дней, ну, по крайней мере, у меня. Мне хватает только на 5 дней. Может быть, в этот раз побольше будет, подольше. Я вот какой вот второй раз сделал адаптацию. Вот, и как бы, вот, может быть, подольше. Может, еще меньше будет, я фиг его знает. Может, сейчас бублик, из бублика воздух выйдет. Кстати, вот на эту вот тему рекомендую иметь немножечко больше уровень масла, чем нужно в коробке. Потому что если воздух выйдет, чтобы он его сразу же заместил, и у вас был нормальный уровень масла. Потому что если у вас чуть-чуть будет больше уровень масла в коробке, это ничего страшного. Потому что оно берет столько, сколько ей надо, продавливает столько, сколько ей надо. Это не абсолютно закрытая система, где накачивается давление, и вот это все масло, оно куда-то там, короче, фигачит. Вот там есть сапуны лишние, если что, короче, на улицу выдавит. Так что не переживайте, ничего страшного не будет. Вот, и на этом как бы вот все. Давайте идем. Машинку. Опа. Немножечко у меня низкие обороты, холостые. Да, 500, 600, 700 оборотов холостых у меня держит, как бы. Опа, так. Ну, поехали. Прокатимся, что ли. Ну, то есть, никакой автонейтрали, ничего уже не будет абсолютно. Все будет просто офигенно. Ну, то есть, прям с места так вот. Опа, и поехали, как люди, ё-моё. Вот лежачок, вот на лежачке у меня всегда автонейтраль. Уж такой притормаживаешь, такой хоп, хоп. О, как хорошо-то, а. Никто ничего не подпинывает, никто не подергивает. Все классно. Вот чтобы у вас вот так вот машина раком не стояла, покупайте Subaru, ё-моё. А не вот это вот говно, ё-моё, боковое. Вот. Короче, коробка ведет себя просто божественно. Просто вот она такая классная. Такая прям вот новая. Новая прям коробка. И ты такой едешь на ней, и надо тебе газу. Она прям шлифует аж, ё-моё, блин. Прям хорошо, прям. Прям вот так вот. Офигенно. Никаких автонейтралей. Ничего нету. Вот мы с вами сейчас сбрасываем совсем. Чтобы была прям вот первая, да? Там переезжаем лежачочек. И у нас ничего нету. У нас все огонь. Короче, со сброшенной адаптацией коробки ездить просто вообще космос. Ты едешь такой, и все, у тебя ништяк. Да, кстати. Надо было немножечко подсветочки включить. А вот. А переключает как плавненько, ребята, вы бы только знали. Без дергатни, без этих вот, без всяких вот этих вот подбрасывания газа, вот, чтобы переключиться. То есть она дотягивает передачу, все плавно. Если ты ей отпускаешь газ, она просто не переключает, она держит передачу, потом отпускает оборот и переключает ее. Короче, все очень круто. Все очень хорошо, да. Когда сброшено КПП, это хорошо. Это прям... Это прям... Прям здорово, короче. Да. Так что вот так вот. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь, естественно, на канал. Естественно, ставьте лайчики. Пишите комментики на эту тему. Обязательно. Вот там, всякое, что я там что-то не так делаю, сто пудов что-то не так делаю. Вот, к примеру, в прошлый раз, когда я сбрасывал, я не переводил в спорт, а потом назад на драйв. То есть у меня так сработало.
в этот раз не сработало. Это вот третий дубль был. С третьего раза у меня получилось ее запустить, адаптацию. То есть до этого просто мигал, короче, у меня этот спорт. Вот, 2 герца с частотой. И все, и никакой адаптации. То есть, ну, короче, непонятная фигня иногда может происходить с этими машинами. Как бы нефиг делать. Вот. Поэтому пишите обязательно комменты. Вот, ставьте лайки. Всем удачи и пока.